Ребят, если вы хотите научиться паркуру или посмотреть офигенные нарезочки, то переходите на канал «Вкус апельсина» при помощи аннотации или кликайте на ссылочку в описании. Ну что, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть опять-таки в КС-очку. Ребят, и смотрите, сегодня у нас будет не такая уж большая серия, потом, ну как серия, ЛПшка. Мы будем играть, потому что в режиме ДМ это около 10 минут, и буду играть я с Русланом. Поздоровайся. Здорово, ребят, с вами Энди. Да, Энди. Вот, ребят, в общем-то, ой, тут еще походу громкие звуки, нужно немножко настроить. А хотя нет, нормально. Смотрите, ребят, видите, какая у меня... Блин, сейчас... Прогрузится матч. Ребят, смотрите, какой у меня АК, ребят. Мы его скрафтили. И, в общем-то, я сейчас хочу на нем записать ЛП, потому что я его буду продавать и покупать АВП. Вернее, крафтить АВП красная линия, ребят. Я думаю, это классно. И что у тебя там с микрофоном? Секунду, Варик, минута. Что такое? Ну, в общем-то, вы видите, да? Так, ну, ребят, ну что, давайте... Ой, это наш. Это наш, ладно. Так, у... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я пылесос заехал. Что? Знаешь, электронные пылесосы, ёбан, которые сами убирают. Ну. Я ко мне в комнату заехал, начал жужжать. Я немного дал. Ну, ладно. Так. А вы по красной линии, ребят? Ну, просто найс. Ой. Ой. Ой, что-то я переключился. Я переключился на какой-то UMP. Отлично, я двоих с этого UMP даже завалил. Так, троих, отлично, просто шикарно. Ах, 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 ладно, все так, отлично, АК просто найс. Черт. Так, немножко даже проспойлерю, хотя, может, этот ЛП даже выйдет и позже, чем мы будем это крафтить. Вот, я хочу АВП красная линия и еще вместе с этим эмочку нитро, ребят. Этого я уже точно оставлю, и потом я не знаю, как... Когда начнутся контракты, потому что... Отлично. Потому что, блин, бабла у меня пока нету, я все так профукал. Черт. Ладно, ой, сзади. Отлично. Так, Русь, ты где? Руся, Руслан. Ладно, походу он там с пылесосом пытается разобраться, но... Ну... Охренеть просто. Просто офигеть. Я хотел попасть немного в голову, потому что нельзя вот так вот зажимать. В клаша нужно понемножку. Понемножечку, помаленечку, потихонечку, по копеечке, по семечку. Так, ну, Руси, ну, Руслан, ну, ответь ты. Ну, что ты как... Не знаю, кто, а? Так. Так, где все? Кстати, опять у нас, ребята, Dust 2. Рандом, ребят, выбирал. И от меня здесь ничего не зависело. Нужно как-нибудь... Поменьше даста стараться, даже если он выпадает, нужно будет переснимать как-то, потому что даст это даст, да, но нужно все равно что-то другое. Так, Руслан, либо ты отвечаешь, либо я тебя кикаю из скайпа, именно, то есть ты сейчас не будешь присутствовать. Либо у тебя микро отключен, я не знаю. Ладно, в общем, подождем этого рачка. А корочка, и сегодня, блин, я хочу отмонтировать видос, у меня нету времени, вот, по танкам. И... Просто не знаю. Тихо. О, вот чувак, который меня сейчас завалил. Отлично, ребят. Так, воу. Ну, статрек книги в пустыне, так, у меня точно такой же, кстати, есть. Да, кто не знает. Ой, да ё-моё, как же меня не заколебали. Все, я беру свой статрек книги и начинаю на джибать. Дон. Думаю, мою мышку сейчас не очень слышно. Хотя, ладно, так, сколько у меня здесь? 28 килов, да? 28 киллов, что мы можем... Хотя 28 киллов это и не сильно уж много. Да. Так, вот он валит нашего. Отлично, ребят. Ну, видите, он просто шмуляет, как нефиг. Хотя на дальних дистанциях он будет, наверное, хифигово. Ну... Да уж. Ну, это было очень ожидаемо. Отлично, ребят. Видите, как пули летят просто... Нет, ну это было тоже уже ожидаемо. Ну, сколько ему нанес? 78. Зашибись просто. Просто зашибись. Так. Так, здесь кто-то есть. О, да, это противник. Отлично. Ой, блин, там был второй, я что-то не заметил. Ладно, ребят, наша задача сегодня играть на АККшке. Русь, ты вообще здесь или как?
Руся, Руслан, Руслан. Ладно, в общем, сколько у нас здесь получится? Где-то на 12 минуток, я думаю. Да. Да-да-да-да-да. Ну, АВП красной линии, да, ребят, мощь, мощь, мощь. Но будет, ребята, у нас АВП красная линия. Чтоб уж наверняка. А может, и мы и не будем даже эмочку делать, просто... Просто... Блин, я думал, он убит. Просто сделаем авапу, а эмочку, может, как-нибудь на потом оставим. Да. Так, ты пришел? А меня слышно? Да ладно, ты пришел. Ты куда уходил-то? Берег, у меня что-то на скайпе, у меня тупо залагал компьютер. Я нажимаю на микрофон, он не включался. Понятно. Я тебя звал. Да. Знаешь, я с ним старался бороться. Ну да. Руся пытался. Капец, меня с ВП сразу выносит. Ладно. Русь, я тут решил, ты меня слышал вообще все это время? Да. То есть, как ты думаешь, может, эмочку не будем, а просто... Зачем она тебе нужна? Ну, фиг знает, то есть, я как бы... Я с эмочкой бегаю. Потом. Слышишь? Я же с эмочкой-то бегаю. Потом крафтим. Ну, ладно, да, ребята, ВП все-таки, она будет прикольней. Да, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне. Да ты заколебал уже себя пиарить. Все, вот я даже принципиально ссылку на твой канал не оставлю. Просто принципиально. Да, обидно ведь будет. Вот именно, мне будет обидно. Сейчас чувак отсюда выбежит. Опа! Как его встретил-то? С воздуха, прям в бошку зарядил. Фух! Так, кто у нас здесь? Я обижусь на тебя. Что? Я же на тебя обижусь. Я же это тебе... Ребят, если бы не я, берег даже бы не скрафтил красную линию. Если бы не берег, да? Если бы не я, наджибатор. Ой, наджибатор. Кстати, нужно раз с авапой побегать напоследок, я ж уже забуду вкус этого. Если... Что? Там чувака с ножа резанули, прикинь. А? Бедолага на мирном пука стоял. Да, кстати, сколько дают за убийство ножом? По-моему, 80 тысяч долларов. Ага, то есть 800, да? Да я не знаю. Я не играю в принципе. Да уж так, тихо. Я сейчас АВП, дай хотя бы одного завалю. Может, что-то я испортился. Сколько там время битвы осталось? 3 минуты. А я еще гружу. А, ты еще не поиграл? Нет. Да, ребят, в общем, просто мы с ним потрындели, можно сказать. Я так за компанию посидел. Ну. А если... Какое мне качество должно будет выпасть? Мне надо понуше. Ну... Да. Да, потому что. О, с ножа его резанули, отлично. Так. А, ну сейчас, наверное, нужно будет брать уже пока, потому что нужно с ним играть и т.д. и т.п. Ладно. Так, что ты там говоришь, я тебя не слышу. Я здесь. Я вижу, что ты здесь. Дурацкий компьютер, когда-нибудь я тебя выкину. Ты от интернета завис. Блин, как мне сзади-то пришили. Че? Винду мне надо перестановить. Зачем? Потому что у меня лама. Что? Это у тебя мама там или что? Да. И ты типа закашлял ее голос, да? В смысле? Руслан, иди кушать. Русь, ты идешь кушать? Мамка кушать была. Не оставишь такого мальчика, знаешь, который бежит, помнишь? Да я забуду, ты чё? Не забудешь. Забуду. Не забудешь. Капец. О! Кто загрузился? Понятно. А, нет, еще не загрузился. А уже битва закончилась? Да как я его не выношу-то, а? Капец! Вот я рак, ребята, увидели, какой я рак? Ну ладно, все, я, в общем, беру АК. Как ты его берешь, если там рандомно упадает? Его можно взять, и чтобы он при каждом респе у тебя был. Как? Лол. Обидно так-то? Я сейчас со спины. Так, знаешь, этот, блин, клип был такой, типа... как там чуваки купили машину АК. Не видел? Не видел. Типа, я... Купил АК здесь.
Машина, та. Ты что-то такое видел? Да. Да зашибись, как он с эмочки-то в меня попал? Я вчера видел, знаешь, какое видео? Ну. Маленькие два школьника поет Яга-Яга, Ягуар, мой волшебный нектар. Ну чё, молодцы школьники. Чё, куда там парень вообще стрелял? Да уж, ну это было тоже ожидаемо. Ты оставишь, да, ссылку на канал? Не знаю, посмотрим. Если ты меня не выбесишь, то оставлю. Чё, ты меня уже выбешиваешь? А я заказал у тебя пиарник. Да, ребят, в общем-то у меня все закончилось. Ну, то есть, как все у нас. ЛП, в общем, закончилось. Мне ничего не дают. А мне дали? Да, ничего не дают. Да, тебе дали АВП, африканская сетка какая-то там. Мне? Нет, не тебе. Ладно, ребят, в общем-то, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, если вы точнее сделали. Вступайте в паблик Руси. Ссылочка на ютубе будет. Что я сказал? Правильно, правильно, все нормально. В общем-то, всем удачи, всем пока. Всем пока.